Реконструировать Махачкалинскую железнодорожную станцию планируют до конца 2027 года. Об этом говорили в Минводах в ходе обсуждений перспектив железнодорожных перевозок через международный транспортный коридор «Север-Юг». Участие в заседании круглого стола принял вице-премьер правительства региона Резван Газимагомедов, а также порядка 100 представителей компаний РЖД, органов власти, субъектов ЮФО и СКФО, морских портов, а также крупных грузоотправителей из разных регионов страны. Участники обсудили передовые практики и перспективные решения в сфере грузовых перевозок. Как отметил Резван Газимагомедов, международный транспортный коридор «Север-Юг» стал очень востребованным. Руководство страны ставит задачу уже к 2050 году довести грузооборот до 100 миллионов тонн. Российская Федерация сейчас позиционирует развитие всех международных коридоров, в частности Север-Юга, он становится приоритетным. Задача стоит, что к 50-м годам уже 100 миллионов грузооборот мы добрали. Сейчас, например, каждый год динамично развивается после ковидной истории. У нас, например, РЖД на 17%, 12-17% ежегодно наращивает. Морской порт развивает от 12 до 25%. Автомобильная перевозка развивается 25-30%.